Вадим Корнилов, как отмечал Парченко, должен был выступать африканец. Срочно вынуждены были организаторы получить какую-то одну боль, и навыки позволят все-таки уверенно перебороть. Восьмой бой на ринге для Дмитрия Пивола. Я видел все предыдущие семь. Нужно отметить, что он очень хорошо, но после этого титул показал себя силой, с хорошим ударом. Но про мая этого года Геннадий Юрьевич Машьянов, один из творцов успехов Дмитрия, справа попадает Пивол. Вообще, одно из основных положительных качеств Дмитрия – это его прекрасная работа. Невозможно. И да, вылетает удар, и у него очень большое будущее. Была тяжелая весовая категория на поле против Андре Уордена на подходе. И ребята, кто составляет уже основных игроков, это Дмитрий Пивол. Роман Янгером провели поединок, и Клевер одержал победу, бой был в Германии, но вопрос на бой. В этом году, в августе, 17 августа, как сейчас был Дмитрий Пивол, и стал чемпионом мира. Ну, а потом через год обидеть. Быстро, пока что незаметно, чтобы он складывался. Остановка боя произошла за 4 снова на поединок и 5 с сильным боксером. Причем не просто сильным, а сильнее, потому что, на мой взгляд, скоро ноги кормят. И Дмитрий Пивол у них очень хорош, потому что здорово он двигается на ногах. Да, скорость для полутяжелого веса у Пивола очень хорошая. Все это у Дмитрия Пивола на очень хорошем уровне. Ни один из элементов не выбивает. Больше линия, опять же, хорошая. Но ноги подкачивают, да, и нет хороших орудий. То, что отличает ведение боя, заканчивается четвертый раунд. Слабец к нему крутится, но за Евгением вынужден ловить его взгляд, и он часто очень много пропустил. Но также отвечает. Реваншироваться под не дает. Евгений будет отвечать на каждую атаку. Не зря, просто единственный момент, что у него. Именно так. Поэтому здесь еще соперника, как он мог бы. Эпизод под конец 5-го раунда. Вот что значит хорошая работа. Но все это было сделано за счет. Вот, еще проверил. В этом раунде добавил Дмитрий больше ударов. И темп.
Кстати, чаще всего боксеры говорят, что если у меня есть возможность закончить бой, я это не этим шансом активен. Вот работает удар не то, что как особо свои перчатки заскакивает. Делает движение назад, но при этом не теряя баланса, не теряя равновесие. Пока что нельзя сказать, что устал, руки на месте. Ну и в целом, Макеенко мощный боксер. Здесь не идет речи о том, что можно отправить на стену. Нет, конечно, с любым комбинацией факторов должны. У нас за эти два раунда чуть слезет. Да, то есть если ты будешь победить срочно, то нужно очень-очень приготовить немало сил. Здорово, кстати, нет, сейчас все планируют. Когда ему это удается, все-таки точность. Да, чуть-чуть ему не хватает скорости, все-таки если побыстрее. Даже минуты конца седьмого раунда. Сейчас хорошо, кам стоило чуть-чуть встать. Евгений тут же продолжил. В конце активизируем на мой помещик. Вынужденная ошибка. Вернее, это, конечно, не ошибка, вынужденная смена. Вынужденное решение. Хотя иногда смена стоит. Поэтому я уверен, что